Народный депутат «Слуги народа» Ирина Верещук и бывший глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян на повышенных тонах поспорили в прямом эфире. Перепалка началась, когда нардеп обвинила Амеляна, мол, когда он был министром, Укравтодор стал коррупционной структурой. После этого бывший глава Мининфраструктуры сказал, что абсолютно не удивляется, ведь способности Верещук всем известны. Скандал произошел во время ток-шоу «Народ против» на телеканале «Украина-24» вечером в четверг 17 июня. В ответ на перепалку оппонента «Слуга народа» ответила, что тот переходит на личности. «Вы меня сюда пришли оценивать? Давать оценку моим способностям?» — спросила она, посоветовав мужчине говорить лучше о себе и своих способностях. Амелян начал оправдываться, заговорив о якобы коррупции во время программы президента в «Большом строительстве». Он утверждает, что в 2020 году там было украдено около 40 миллиардов гривен. Экс-министр попытался ответить, но Верещук продолжил: «Вы будете оценивать свою жену или еще кого-то. Если вы хотите давать оценку моим способностям, закройте рот, ко мне не обращайтесь, давайте оценку себе». Амелян после этого вспомнил о нашумевшем рекламе «Слуги», которую она записала перед выборами мэра Киева. «Приедет осень, готовьте зонтик», — сказал он. Напомним, что в октябре 2020 года Верещук, как кандидат в мэры столицы, снимала агитационное видео, как она в желтом плаще и зеленым зонтом летала над Киевом. В сети ролик вызвал резонанс, а «Слугу» в шутку сравнили с Мэри Поппинс. Позже она заявила, что не считает плагиатом свой видеоролик, идея ей нравится, и она ни секунды не жалеет. Позже в сети появился новый ролик нардепа с зонтиком.